А вот 470 тысяч тонн сахарной свеклы планируют собрать в этом сезоне в области ЖТСУ. Перед массовым посевом культуры земледельцам решили продемонстрировать передовые технологии, которые обеспечат высокую продуктивность культуры. В регионе выбрали опытные поля, на которых в пилотном режиме выращивают технические масличные и зерновые культуры по новым методам. Практика основана на научных исследованиях при использовании техники последнего поколения и соответствующих сельхозагрегатов. Полученный метод в дальнейшем будет распространяться по всей территории области. Мы используем семена, адаптированные учеными к нашим климатическим условиям. Пока эта работа будет проводиться на 30 гектарах опытных полей под руководством ученых-аграриев. И летом на дне поля мы покажем, каких результатов мы добились. Расскажем, как бороться с вредителями, проводить правильный полив культуры. Данным массивом мы планируем провести опыты по возделыванию сахарной свеклы, возделыванию сои, ячменя и кукурузы на зерно. Конечная цель – это получение высоких урожаев, снижение себестоимости и получение конкурентоспособной продукции.